Еще такой личный совет каждому сетевику: не теряйте своих друзей. Не надо настаивать, не надо никому навязывать ничего. Любите свое дело. Просто любите свое дело и делитесь своими впечатлениями. Не надо никого уговаривать. Дайте людям возможность. Если он воспользуется, он ваш. Если нет, идите дальше. Идите дальше, ни над кем не настаивайте, не теряйте своих друзей. Вспомните фильм «Титаник». Когда судно шло ко дну, на воду спускались шлюпки, спасательные шлюпки. Тогда шлюпок не хватало. И вспомните, что делали матросы, которые находились в каждой шлюпке. Когда лодка была укомплектована, в каждой шлюпке был матрос. Вспомните, у него в руке было весло. Вспомните, что матрос сделал, когда к лодке подплывали эти люди, которые были в воде. В воде было много людей. Он их отталкивал. Не нужно на себя тянуть всех. Это борьба за живучесть корабля. Если он не будет отталкивать, люди, которые в воде, зацепятся за эту шлюпку, и они пустят ко дну и сами утонут, и пустят ко дну этот экипаж. Экипаж укомплектованной лодки. Задумайся, нужны ли тебе все? Может быть, тебе дать возможность и работать только с теми, кто пришел за тобой? Держи в руках весло. Те, кто тебе мешают, да их лучше веслом по голове добить, чтобы они не мешали твоей жизни. Не позволяй на себя навешивать негатив. Не позволяй оттягивать свое драгоценное время, которое истекает, на тех людей, которые не хотят. Зачем их уговаривать? Их лучше утопить, чтобы они не мешали и не тянули судно на дно. Лучше работай с теми, кто хочет. Отдавай свое время, свои знания тем, кто хочет работать и зарабатывать. Вы знаете, что судно периодически вытаскивают на берег, ставят в док, и дно судна очищают от наростов, от ракушек, которые тормозят ход корабля. Периодически тебе нужно очищаться от тех людей, которых надо уговаривать, которые отталкивают, оттягивают твое время, твои силы. Отдавай свое время туда, тем людям, которые хотят, с которыми ты зарабатываешь больше. В MLM-бизнесе не надо никого уговаривать. Если ты не будешь уговаривать, ты не будешь отталкивать от себя людей. Пусть люди сами за тобой идут. Веди себя так, как лидер. Люди должны прийти за тобой. Не надо никого уговаривать. Делись своим впечатлением, делись опытом, делись любовью к своему продукту, который ты любишь. Тогда люди за тобой пойдут. Ты будешь зарабатывать деньги, ты будешь счастлив, ты будешь наслаждаться этой жизнью и наслаждаться кругом людей, которые вокруг тебя собираются. Потому что по психологии нам нравятся люди, похожие на нас. Если вокруг тебя будут люди, которые тебя поддерживают, разделяют с тобой твои мнения, тогда тебе будет легко жить, ты будешь счастлив, ты будешь зарабатывать деньги, тебе не надо их уговаривать, тебе нужно их просто поддерживать.